Свыше 30 лет успеха и название, ставшее международным брендом. Не старее душой ветераны. Природные харизмы и вокальное совершенство позволяют слушать эту группу еще и еще. Времени, а это Евростандарт, час 20, явно не хватает, чтобы окунуться в водопад ритмов и звуков. Эту группу я уже знаю точно около 20 лет. Мне тогда посчастливилось, я просто записал на бобину эту группу. И вы не поверите, я ее слушаю с тех пор, практически каждый раз, и все на том же бобинном магнитофоне. И просто с ума схожу от некоторых песен, там «She never sleeps», «If we ever», дальше слова не помню. Братья и сестры, так представили зрители, участники секстета. Мир Текс-Сикс – это церковная музыка, мировые хиты, ритм и блюз, соул, джаз, особый трибьют Эл Джиро, который направил на удачу еще в середине 90-х, подарив свою песню. Самый большой урок, который мы подчеркнули у этих знаменитостей, это тот уровень совершенства, который они пытаются всегда достичь, и то, с какой отдачей они это делали. Шесть голосов, шесть судеб и характеров. Как сохранить гармонию в душе и внутри коллектива? Это очень хороший вопрос. Самое главное, это, конечно же, уважение друг к другу. И даже когда мы чем-то недовольны, самое главное — сохранять это уважение друг к другу. Единственный концерт DXX в Казани – это в первую очередь единение душ и момент приобщения к искусству высокого класса. Банально звучит, а здесь уже ничего не надо досочинять. Если планка установлена, она никогда не упадет. Попавшие за кулисы слушатели благодарили музыканта. «Thank you so much» звучало не единожды, попадая в самое сердце. До новых встреч. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».